Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор первого каталога Faberlic, первого 2022 года, он у нас будет с вами трехнедельный, есть новиночки, есть классные распродажи, итак, поехали. Сразу на обложке видим новую серию по уходу за волосами, да, многие опять возлагают надежды, что это будет что-то похоже на Bio Arctic, будем с вами брать, тестировать, разбираться, что к чему. Каталог просто огромный, страниц нереально много, будем останавливаться на самом интересном. Шампунь-бальзам 2 в 1 для всех типов волос. Я не люблю средства 2 в 1, если честно. Поэтому буду брать универсальный шампунь обязательно для всех типов волос. Здесь 380 мл, смотрите, какой большой объем. И 159 рублей он пока будет стоить. То есть это XL объем, здорово. И универсальный бальзам для всех типов волос в объеме 150 мл. Он уже у нас небольшой, ну стандартный, скажем так. 98% натуральных ингредиентов. Будем с вами пробовать, тестировать. Природная энергия морошки. Здорово, интересно. Посмотрим, из какой линейки возьму. Универсальной, скорее всего, нет. А, надо что-то попитательнее, потому что волосы повреждены. Здесь у нас с вами для жирных волос есть, да, серия, шампунь. Восстанавливающий для поврежденных. Восстанавливающий бальзам для поврежденных. Питательная маска обязательно, конечно же, возьму. И питательный шампунь тоже обязательно возьму. Маска у нас в объеме 150 мл, не очень большая, да, 159 рублей. Здорово. Шампуни все в XL формате. Просто отлично. Недавняя новинка – тушь с эффектом накладных ресниц Glam & Cheek. Вы спрашиваете, что в последних видео? В последних видео на глазах пока она. Ее израсходую, потом опять перехожу на свои запасы First Class, уже две туши в запасах коричневой, да. А пока вот это у меня тушь на ресницах во всех последних роликах. И она будет по такой нормальной цене, минус 55%, 249 рублей. Тушь, девчонки, хорошая. Но для меня First Class все равно лучше. Однозначно лучше, поэтому покупать ее больше не буду, только потому, что есть лучше. А так она классная, она крутая. Здесь кисточка, правда, такая большая, объемная, к ней нужно приноровиться. Многие девчонки жаловались, что мазюкаешь века, да? Я тоже мазюкала первые раза три, а потом приноровилась, и все нормально. Кисточка большая, объемная, задевает век, особенно если она нависшая, но она действительно удлиняет. Действительно, объем такой, как у нарощенных ресниц, но не объем, нет, девчонки, объема она не дает. Длина, длина, да. Объем здесь я не увидела, в принципе, вообще никакой. Удлинение есть, объем нет. Потрясающая цена на карбокситерапию, причем на все три шага. 679 рублей. Классная цена, давно такой цены я не видела на этот комплекс. Была скидка 50%, но 55% еще не было. Очень рекомендую взять все три ступени, попробовать. Действительно, крутая система. Тон выравнивает, кожу очищает, кожа упругая, особенно после третьего шага маски, она гелевая. Вообще потрясающе. Эти маски я не люблю. За 115 рублей точно не возьму и за 50 бы не взяла. Они мне вообще не нравятся. За 50 рублей в Магнит Косметик есть гораздо эффективнее, скажем так. Мне кажется, распродают вот эту линейку Эксперт, я так и не успела ее попробовать. А на нее уже скидки аж 60%. У меня такое ощущение, что ее девчонки выводят. Кто любит, мне кажется, надо запасаться, потому что я до нее так и не дошла. Постоянно выходит много новинок, которые надо тестировать. Надо вместе с вами проверять на годность, скажем так. И некогда добраться даже до таких вот старичков в уходе. Faberlic, Dream Therapy, желтые ценники. Обожаю. Мне очень нравится ночная маска для лица. Мист классный тоже. Распылять его на подушке, на постельное белье вообще здорово. Мне очень нравится масло, девчонки. Я обязательно по желтым ценникам себе возьму. Расслабляющее крем-масло для душа. Вот оно, 299 рублей так стоит, 239 по желтым ценникам. Оно вообще потрясающе. И пенится здорово. И кожу, ну, не питает, но увлажняет точно. Перед сном вот прям одно блаженство. Можно просто нанести на тело, можно воспользоваться мочалкой, оно пенится хорошо, как я уже говорила. Поэтому вот эту серию я оценила, очень люблю. Что касается One Week Miracle, созрел у меня уже такой довольно достоверный отзыв в прошествии времени. И что хочу сказать. Из всех трех средств, которые я пробовала, а у меня дневной и ночной крем и сыворотка, сыворотка для меня самый мощный продукт. Потому что кремы дневной и ночной сами по себе работали хуже без сыворотки, вот честно. А еще у меня от кремов почему-то были отеки, может быть, от ночного, я просыпалась с утра немножко припухшими веками. А когда я начала использовать сыворотку, такого не было. Вот сыворотка прям для меня огонь. Я так на нее показываю. Это вообще крем для контура глаз и губ. Вот она, сыворотка, да.
Цены уже вообще без скидок. Единственное, что можно будет взять набор, дневной крем плюс крем для контура глаз и губ. Но я бы вот посоветовала взять сыворотку и какой-нибудь крем, если честно. Faberlic Like вроде продлили, в прошлом каталоге не было там серии One Week Miracle, в этой, может быть, появится. Будем надеяться, что ее исключили не навсегда. И я вам рекомендую присмотреться именно к сыворотке и кремушкам. Какой эффект я вижу? Я вижу эффект разглаживания. Я вижу эффект здоровой сияющей кожи, подтянутой, упругой, напитанной. То есть во всех этих средствах много питания. Сыворотка, распределять ее нужно очень быстро. Мне хватает на лицо и зону декольте 2 нажатий. Она не нравится, единственный мне косяк, она плюется. Первый раз, когда нажимаешь, она может плюнуть так, что попадает не на лицо, а на живот, на одежду или так далее. В общем, летит в разные стороны. Поэтому я прям ее прижимаю к коже или на руку наношу, вот так аккуратненько, да, и потом на лицо. Плюется она не очень хорошо, да. Вот, и вместе с сывороткой эти крем работают, девчонки, просто божественно. Мне понравилось. Вот на данный момент это лучший уход, который я пробовала в Faberlic. Однозначно, просто лучший, работающий. Поэтому рекомендую по Faberlic Like, потихоньку можно все собрать. Но по Faberlic Like, если собирать, на это идет 3 месяца, как бы хочется все в комплексе, потому что в комплексе работает просто божественно, девчонки. Я в восторге. Global Oxygen, тоже очень люблю эту линейку. Она послабее, естественно, чем-то, но мы отталкиваемся от цены, да? Я, например, так делаю. Хотя не все, что дорогое, хорошо работает. Вот серия Океанум дорогая, относительно для меня, да, дорогая, она на мне не работает. То есть пробуждающий крем для лица 1000 рублей, мне он не понравился. Поэтому как бы вот каждому свое, да? Global Oxygen классная линейка, и на нее бывают хорошие скидки. Я очень люблю кислородную пенку для очищения лица, и 399 рублей она будет стоить в этом каталоге. Здоровская. И маска для лица ночная тоже работает. Крем вокруг глаз для век очень легенький, но в то же время разглаживает, тоже обладает таким эффектом. Серия действительно хорошая, достойная. А кислородный баланс для жирной кожи, я вам уже говорила. Все остальное подбираем по типу кожи, мы с вами смотрим. А в серии Axiology мне очень нравится гамажик. Что-то у нас его не видно. Вот он, скидок пока на эту линейку нету. На зиму, девчонки, еще для возрастной кожи хочу посоветовать вот эту линейку. Я еще не попробовала коллаген, но ретинол я уже оценила в прошлом году. И мне очень понравилось и сыворотка, и крем. Они классно работают. Девчонки, многие писали, что крем тяжеловатый, кожа быстро жирнится. У меня такого не было, хотя год назад она у меня была еще комбинированная, сейчас нормальная уже. И у меня такого не было. У меня кожа просто съедала этот крем, выглядела великолепно. Молодость и упругость кожи, да, абсолютно согласна, применяла в комплексе. Крем у нас, по-моему, с вами идет на день здесь, потому что два разных ретинола, и какой-то можно применять днем, какой-то можно применять только ночью. Да, вот тут у нас даже значки есть, подсказки. Крем на день, сыворотку мы наносили на ночь. И мне очень понравилось, я быстро этот уход израсходовала, и прям вот в диком восторге, с удовольствием бы повторила еще. Шприцы тоже работающие, но на мне не работали как. Пользуюсь, работают, разглаживаются прям морщины, это видно в течение дня, они действительно разглаживаются. Когда вечером умываешься, смываешь с себя эти шприцы, скажем так, да, этот состав, морщинки, они остаются на месте. Есть небольшой, совсем-совсем маленький накопительный эффект, возможно, если пользоваться подольше, то можно избавиться от морщин навсегда, вполне возможно. На пилинг, да, вот и пилинг. Будет тоже хорошая скидка. Набор один у нас с вами. Пилинг плюс микроэмбразия 749 рублей. И все три средства 999. Я люблю первые два. Первый шаг, собственно, это сам пилинг, это сами кислоты. А второй шаг, это что-то типа гамажа. С большим количеством частиц, довольно таких агрессивных, которые очень хорошо скрабируют, очищают кожу. А шаг С, это уже успокаивающий крем. Но мне, если честно, он не успокаивал, но я знаю, многие девчонки любят и его. Кислоты зимой возрастной коже нужны обязательно, девчонки. Поэтому присмотритесь. В каталоге любая упаковка прокладок, любая, уже будет по 149 рублей при покупке по каталогу от 499 рублей. Буду брать обязательно в запасы дневные и ночные, хотя у меня еще те запасы не израсходованы, но все равно обязательно буду брать, потому что прокладки Faberlic люблю, по 149 рублей. Это очень хорошая, просто отличная цена. Антисептики распродают, никто их уже, наверное, не берет, никому они не нужны даром. Щетки, кстати, мы вот эти всей семьей заценили. И что хочу сказать по ним. У них жесткость сильная. То есть если у вас иногда кровоточат десны, и они слабенькие, скажем так, да, склонны к этому делу, чувствительные. Это не ваша история, абсолютно нет. Но те, кто любит жесткие щетки, прям вот у меня все заценили эти щетки и пользуются с удовольствием, и я в том числе. Аромио. По этой серии у меня пока одни положительные отзывы, девчонки. Ничего плохого не могу сказать, прям одни положительные. У меня афродизиак.
Вы меня в тот раз правильно поправили, да, очень вкусно пахнет. Вот здесь вот какой-то аромат такой вот унисекс, да, но будет чувствовать его только тот, кто с вами совсем рядом, потому что нет такого никакого шлейфа прям, да. Здесь у нас металлический шарик, и мы наносим с вами точечно. Способ применения и в каталоге, и на коробочках есть. И еще у меня антистресс тоже наносила точечно. Не очень нравится запах, потому что здесь просто чисто цитрус. Насколько он работает, ну, тоже не могу пока сказать, но пользуюсь. Что касается палочек, вот некоторые девчонки пишут, палочки сами упали в корзину, кому-то за 7 рублей, кому-то за сколько при покупке аромадиффузора. Я заказывала их отдельно, мне они автоматом не упали. По аромадиффузорам сейчас тоже остановлюсь и расскажу вам, где они у нас там. Ну, масла все классные, не бюджетные, но классные. Аромадиффузоры, спрей классный, спрей у меня, какой же у меня спрей-то? Позитив? Энергия у меня, спрей энергия. Обалденно тоже пахнет. Да, Black Amber. Вот у меня аромадиффузор, как раз Black Amber. Это у нас с вами что, антистресс? Девчонки, я вот в них путаюсь. Писали бы уже по-русски. Нет, не хотят писать по-русски. По аромату. Сначала я чувствовала аромат по комнате, ну, несколько дней, наверное. Я все 5 палочек туда засунула, хотя писали лучше 3, а то будет яркий аромат. Нет, никакого яркого аромата нету. И когда заходишь с улицы, тоже не чувствуешь, что по квартире какой-то есть аромат. Когда я прохожу мимо, возле телевизора у меня стоит, я чувствую, да, я чувствую аромат не более. На всю квартиру и 5 палочек нет, ничего такого нету. Поэтому в следующий раз я, скорее всего, возьму спрей. И когда мне захочется, расплю спрей. Он достаточно долго играющий, держится в воздухе. Можно на текстиль его и на себя, как бы на одежду распылять, да. Но аромадиффузоры я больше не возьму. Мне не понравилось. Мне не понравилось то, что я не чувствую в другом углу комнаты и в других комнатах аромат. Хотя думала, что будет совсем наоборот. Футурию ношу на себе с превеликим удовольствием. Вот знаете, вот мне кажется, один из немногих в последнее время, но еще Мурмур, но он специфический достаточно, выпущенных ароматов Фаберлик, который ношу на себе с удовольствием, в котором не слышу ни грамма отголоска фаберликовской какой-то нотки, и мне очень нравится, действительно. Он не сильно стойкий на коже, но он до следующей стирки на одежде. И на волосах тоже я слышала его на следующий день. И даже вот через день, ну, до помывки волос. Поэтому понравился действительно аромат. Если вы еще не пробовали, возьмите лучше пробничек, потому что не все девчонки от него в таком восторге, как я. Многие писали, что прям вот вообще нет, нет и нет. Хорошая цена на помаду Keep Balm, девчонки. Помада с насыщенной пигментацией. Вроде как и бальзам, но в то же время пигментация прям достаточно такая, прям эх. Поэтому очень рекомендую, у кого губки сейчас сохнут, на холодное время года, хорошая ухаживающая помада, которая увлажняет и которая имеет насыщенную пигментацию. Действительно классная. Почему-то у нас давно не печатают в каталоге любимую тушь First Class. Не знаю почему. Вот уже, по-моему, мне кажется, третий каталог. Но она есть на сайте. И я ее на сайте, причем по скидке в разделе распродажи, себе в запас заказала. Я надеюсь, ее не планируют вывести, потому что она действительно крутая. Тональное средство с сиянием тоже с удовольствием ношу сейчас в холодное время года. Скидка будет 40%. Действительно, есть светоотражающие частички. Действительно, есть сияние. Если у вас кожа очень жирная даже сейчас, то нет, это не ваша история. Если нормальная, комбинированная, а тем более сухая возрастная, очень рекомендую. Здесь еще SPF 25. Классное тональное средство. Не про каждое далеко тональное средство, я так могу сказать, Фаберлик. Это действительно достойное. Оценила. Ну вот и мой любимый карандаш наконец-то. Со скидкой. Ну, хотелось бы побольше, но хотя бы такая. Хотя у меня один еще есть в запасе. Он действительно круто увлажняет кутикулу, девчонки. Вот, вот прям круто-круто. Наносишь вокруг ноготочка, и все. И красота. Просто красота. Как будто все новенькое, как будто только после маникюра. Поэтому рекомендую продлить свежесть, скажем так, маникюра до похода в салон, там, или если вы сами делаете, с помощью этого средства очень-очень легко. Прям обожаю. Желтые ценники на серию D-Line, но я, девчонки, сейчас не люблю ее. Вот когда она была с алоэ, любила, я вам даже тест, по-моему, снимала. Гель-крем после депиляции новый и крем после депиляции старый. Мне как раз на одну ногу его и хватило с алоэ. Если тот с алоэ, он снял моментально раздражение, я имею в виду электрическую сейчас депиляцию, да, у меня депилятор, я сама дома делаю. Этот нет, вообще не снял. Даже через час. Поэтому вот эту серию я не люблю. Что-то сделали с любимой серией. Как-то ее послабее, что ли, сделали, не знаю. Желтые ценники на салон Киа. Очень любила раньше восстанавливающий шампунь и бальзам с кератином.
Вот эту парочку брала очень-очень часто. Потом почему-то у меня от них волосы стали пушиться. Ну, как бы понятно, почему. Нет СЛС, парабенов, силиконов и так далее. Вот этого всего. И поэтому ушла в сторонку. А так вообще они обалденные. Для поврежденных волос мне прям очень уход подходил. А Арису та же история. Они крутые. Они вот надо по типу волос себе просто подбирать линейку. Действительно хороший, качественный уход за волосами. Могу прям смело рекомендовать. Единственное, я не поняла из серии Лотос. Знаете что? Сыворотку. Она мне вода водой. Она вообще не увлажняла, не разглаживала, ничего с моими волосами не делала. Не поняла вообще. Очень хорошие отзывы у Катюши Матис на серию для волос, для кудрявых девчонок, да, как она правильно у нас, Curly Icon называется, да, она прям в восторге. У нее волос хоть от природы не кучерявый, но пористый и все равно вьющийся, и она попробовала и сказала, что это вообще лучшее, что было в ее жизни, особенно гель для усиления завитка. Поэтому, если у вас есть кудряшки, попробуйте, девчонки, нам потом расскажете, пока цены хорошие. Детская линейка с желтыми ценниками, будем запасаться обязательно шампунем, средствами для подмывания и умывания. Ну, мимо кофе я пока прохожу, хотя цена хорошая и люблю я очень кофе день, но кофе мне пока нельзя. Эх, 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 пролистываем с вами эту еду, которая тоже ничего общего ко мне не имеет. Люблю кетчуп, брать не буду, потому что 5 штук набрала в прошлом заказе, и тоже мне его нельзя, но моя семья с удовольствием его кушает, поэтому да, соусы по 179 рублей, дороговато, можно дешевле купить. Магазин в Магните. Приправы тоже классные. Набрала себе и для сочной курочки, и для мяса. Приправы мне тоже сейчас нельзя. Но я вам их рекомендую от души, потому что они действительно ароматные. Они действительно там, их нужно совсем чуть-чуть. У них будет минимальный расход, потому что они прям такие яркие, насыщенные все по вкусу. А из БАДов, из БАДов, из БАДов, из БАДов. Прополис спрей. Сейчас Ксюша старшая у меня переболела. Вирус какой-то подхватила. И у нее были... Ну, не знаю, как язвочки, что ли, на небе, девчонки. Ну, наверное, как язвочки, да. Причем у многих детей так, одинаковые симптомы, температура была высокая. И я ей обрабатывала полость рта вот этим прополис-спреем. И вы знаете, все очень быстро прошло. Поэтому вещь классная. Горло, если болит, мне кажется, тоже вообще здорово будет работать. Новинка. Природный гепатопротектор. Мне такое, наверное, тоже нельзя. Как я люблю БАДы Фаберлик. Здесь 60 капсул. Гепатопротектор – это здорово. Почистить печень, да? А печень и поджелудочную железу выводит шлаки и токсины, ускоряет регенерацию клеток в составе экстракта овса, дуванчика, лопуха, тысячелистника и перечной мяты. Я вообще, конечно, состав на сфоткаю, врачу лечащему покажу, может быть, мне и можно, а может быть, и даже и нужно. Да, витамин D начала пить, но тоже пока прекратила на время. Классная штука. Сейчас зимой, пока нету солнышка, его практически никогда нету. Зато сейчас с удовольствием пью чай олива. Там у нас с вами в составе олива и мята. Вот это, я знаю, мне точно можно. И вот я по утрам вместе с овсяночкой употребляю вот этот сбор. Скорее всего, еще возьму себе. Пусть будет. В этом каталоге появятся многофункциональные салфетки для уборки с бамбуковым волокном. Очень хотела себе взять в прошлом заказе, но не было. На нашем складе была только вот такая вот маленькая тряпочка. Это довольно жесткая тряпочка, которую, в принципе, ну, на кухне и столешнице убирать можно. Да все ей можно, в принципе, протирать, когда есть какие-то загрязнения, даже без средств. Гномика тоже так и не урвала. Хотела к Новому году. Но, может быть, мы с вами этот заказ получим и до Нового года, я надеюсь, и посмотрим его. Нету уже третий каталог, нету этих новеньких гномиков. Хотела Ксюшке с Крестюшкой взять. Нету гномиков, ну нету. Зачем печатают четвертый каталог подряд, если их нету? Какой-нибудь кондиционер возьмем обязательно. Два порошка в запас обязательно, 295, такой цены уже не бывает на порошки. Уже за 300 всегда она даже со скидкой, поэтому будем запасаться с вами порошочками. Это у нас с вами якобы распродажа, посмотрим, что тут интересного нам предлагают. Моноароматы, я их не люблю. Но если вы идете по стартовой и выбираете, то мне, допустим, очень, не очень нравится. Больше всего манго. Кто любит сирень классическую, это прям классическая сирень, можно. Есть, смотрите, сочетать как можно ароматы. И еще мне нравится один аромат, которого тут нет, поэтому про него говорить не буду. Дезодоранты по 109 и гели для душа, они, в принципе, и так бывают. Не знаю, что здесь у нас за сейл с вами. Старые помады распродают, боюсь, будут плохие сроки годности. Stay On и миллион переливов, им уже 1000 лет, и их выводят однозначно, поэтому... Так же, как и старые бальзамы, я боюсь, тут будут плохие сроки годности. Хотя и цена не совсем бюджетная, 175-155 рублей. Могли бы уж по сотне отдавать, правда, девчонки? Так, это тоже красоту выводит, потому что шарики у нас теперь новые. Румяна в шариках жемчужная россыпь по 295 рублей. Угу. Краска ботаника 125 рублей. Она и так-так бывает у нас с вами, да? Но чуть подороже, 127-129 рублей она бывает, да?
старую серию эксперт. Вот то, что выводят из ассортимента, то у нас с вами идет в распродажу. У меня от всей этой серии, кроме черного шампуня, был дикий зуд кожи головы. То, что не берут, да, фуд, я думаю, серия не зашла. Но мне, по крайней мере, точно не зашла суперфуд. Маски никакие, шампуни никакие. Мне не зашла однозначно. Серия Store d'Amore все время как-то тоже мимо меня проходила, потому что есть средства Фаберлик интереснее. Хотя многие их любят. Да, по желтым ценникам для любителей этой серии. Дейзики. Любые два, если берем по 95. Бонджорно классные гели для душа. Вот здесь можно запастись любимыми ароматами. Люблю, пенится хорошо. Не сушат кожу. А кремушки для ног и для рук из этой серии для меня очень слабые. Я их не беру и не люблю. А вот серия зима, она шикарная. Она каждый год шикарная, я ее обожаю. Здесь у нас 4% масла ши, 3%, да, и в большой баночке 6%. Я никак до нее не доберусь, добиваю все остальные кремушки. Это классные питательные крема, кремы. На зиму, если у вас щечки там на морозе обветриваются, у ребенка у вашего, я Ксюше тоже мажу, просто потрясающие девчонки. Вот серия зима, каждый год вот к ней не могу придраться, она вообще великолепная. Подарочный набор 229 рублей, праздники проходят, и подарочный набор, но тоже не сильно низкая цена. Гели для душа по 89 рублей с ароматами очень классными. Мне больше всего понравился лимонный кекс, потому что там действительно пахнет лимончиком. Дочь оценила баблгам. А так каждому свое, как говорится, на вкус и цвет. Вот такие вот конфетки, шоколадные зверюшки. Вообще просто прелесть, новинка. Не знаю, может быть, и возьму Ксюшки. Она еще не доела, если честно, тех тигров. Забыла, что ли, про них или не очень ей понравилось. Ну, не знаю, может быть, возьму, потому что состав у шоколада хороший. Они делают его без сахара, здесь сахар сам, да. И вот такие вот забавные зверюшки можно как сюрпризик такой на Рождество, допустим, под елочку положить. Даже на Новый год успеем, я думаю, мы с вами. А для тех, кто Фаберлик еще не зарегистрирован, будет вот такой вот подарочек. Это патчи Айсиул. Не могу не сказать ничего про них хорошего, не могу сказать ничего плохого. Кто-то от них в диком восторге говорит, что есть накопительный эффект, но, по крайней мере, для меня они однозначно лучше, чем патчи Океанум, да? Вот такой подарок для новичков, если вы зарегистрируетесь до девчонки. 16 января будет. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, будем общаться с вами. Ну, а на этом все. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Если пропустил какие-то новинки, обязательно пишите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.